Привет, YouTube! Привет, мои друзья! Смотрите, я тут был недавно на автовокзале и нашел кучу новых автоматов. В данный момент вот этот автомат называется «Аватар». Впервые таки вижу, это автоматы какого-то нового поколения. Напишите, кстати, в комментариях, когда досмотрите этот ролик, у кого есть такие автоматы в городах. Если честно, я такие вижу в первый раз. Я обычно всегда играю в автоматы, игрушкой мягкой, там что-то клешнёй ловишь мягких игрушек, ну и все. Но чтобы увидеть такое, и при этом вот надо попасть типа в эту рулетку, чтобы помада не выпала, сколько-то там попыток, вот, да, видите. И потом ты можешь выиграть вот такой кейс, ты можешь выиграть часы, деньги, тут даже написано, что настоящие, там 40 или 50 тысяч, тут там тысячными просто лежит, вот тут вообще долларовыми. Просто призы бомбические, причем, если обратите внимание, там видно, что кто-то уже выигрывал, то есть и некоторые ячейки пустые. Одна игра стоит 25 тысяч рублей, кто-то уже что-то выбивал. Ну, это вообще, конечно, интересно, но я так и не попробовал. 25 рублей, меня не то, что жаба задушила, я не стал играть. Я понимаю, что это нереальный разводняк. Вот. Дальше я прошел чуть-чуть в сторону и обратил внимание, что есть вот такой еще автомат с сувенирными монетами, ребята. Это вообще бомбически. Называется, съездил за грибами, собрался ехать за Лесей. И вот на автовокзале у меня в этом году, у нас сделали новый автовокзал и кучу новых, видите, автоматов. Сейчас вот вы еще дальше увидите. Кучу всего наделали, это очень интересно вообще. Тут 100 рублей, отсюда забираете сувенир. То есть можно выбрать сувенирную монетку. Это вот больше интересно людям, которые занимаются кладоискателями или монетами различными, там коллекционируют. Вот будет это интересен этот автомат. А вот сюда я прошел еще в сторону, здесь я нашел зарядить телефон как можно. То есть там несколько входов, выходов и проводов торчат. Платите, короче, 2 рубля минута. Но это, конечно, кошмар, ребят. Что ты там за минуту можешь зарядить? Ну, в общем, стоимость от зарядки 1 минуты 2 рубля. Комплектов куча для разных телефонов, смартфонов. Дальше я обратил внимание вот на такое еще. Займите ребенка на 10 минут. Это вообще шедевр. Вот, видите, я вам инструкцию показываю, вот, ставьте туда купюру, далее следуйте подсказками на экране, в общем, то есть для ребенка поиграть. Мне очень интересно, ребят, напишите, у кого есть такие автоматы, встречали ли вы их.